Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в нашем мире покемонов, продолжаем ловить, искать и также прокачивать наших покемонов. Надоело одно и то же, хочется чего-то нового, заходи на канал этого парня. Он делает необычные обзоры на игры, переозвучки и также смешные монтажи. Ссылочка в описании и всем приятного просмотра. Кстати, в предыдущей серии мы уже прокачали Маровака и Лантурна, и в этой серии, точнее прямо сейчас, мы их выложим и возьмем 2 новых покемонов. Это у нас будет, наверное, Магби, которого мы себе выдали, потому что он никак, ребята, не справится. Если ты спариваешь Магмара с Магмаром, получается еще Магмар. Магби почему-то не делается, то есть в этой версии его не добавили, ребята. А потом Пинеку возьмем и все. И смотрите, ребята, у нас уже в четвертом боксе осталось только 2 покемона. Это Псайдак и Хитмонли. И потом 5-й бокс. Нормально. Ну то, что смотрите, Сквиртл, Сервайн у нас есть. Это те покемоны, которые у нас уже есть, но обычные. Сейчас мы как бы Шайни нашли. И может будем прокачивать Шайни. Так, давайте я вот так сделаю. И давайте крылья оденем. Вот так. Замечательно. Фу. Ну что, ребята, в этой серии мы убьем 10 блисси. Давайте, может, сразу вещи выкинем. Давайте вот так. Ну, ультрабол. Давайте. 1. 2. 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10. Вот так. 10. А мы в предыдущей серии только вроде 5 блисси убили. Да, то есть, но мы уже за них заплатили, поэтому в этой серии, ребята, мы убьем 15 блисси. О, давайте вот это убьем, потому что, ну, сами видите, что он большой уровень, и не хочется вот это все профукивать. Так, 14 блисси осталось, там еще один большой уровень, тоже его нужно будет убить слева от нас, ребята. 14 блисси осталось. 13 блисси осталось, но это уже... Давайте, я не знаю, что. Давайте еще то-то. 13 блисси осталось. 12 блисси осталось. Ух, охренеть, куча уровней тут будет. Хотя, ну как куча, не прям куча. Ух, ни хрена себе, как 12, 11 блисси. Как-то у нас много вот этих 50-х уровней. Так, 12, 11, да, 11 блисси у нас осталось. Маленький уровень, маленький уровень, маленький уровень, маленький уровень. Ну все, 11 блисси осталось, я надеюсь, я правильно считал. Давайте сейчас еще раз убедимся в этом. Так, 1, 2, 3, 4. Да, 4 блисси мы убили, у нас еще осталось 11. Фу, ну что, ребята, давайте, может, быстренько тпхнемся к Селеби. Ну, а вдруг... Побудем там где-то рядом. Может, если не Селеби, то заспавнится хотя бы куча боссов. А знаете, где я замечаю, что все больше... О, еще один босс. Не успел сказать. Magikar Ultimate Boss. Охренеть, вот это круто, это круто. Этот Ultimate Boss мне всегда нравится. Да, в принципе, любые боссы мне уже нравятся. Потому что... Ой, не того. Потому что, ребята, сами знаете, нам же в предыдущей серии из обычного босса, там какого, зеленого, что ли, или синим? Хрен его знает. Ну, короче, с босса нам выпал паркбол. Это круто, это круто. Ну и сейчас, видите, ребята, то есть обычные такие вещи, нормально. Можем их уже быстренько сюда поскладывать, чтобы в следующей серии нам расплатиться за близ. Так, знаете что? А давайте мы сейчас выйдем на охоту за боссами. Давайте в этой серии мы поохотимся за боссами. Плюс к тому мы на них будем и просто охотиться. Так, у меня написано... А почему у меня написывали стоит? Хрен его знает. Плюс к тому мы будем на них и просто охотиться. Это во-первых. А во-вторых...
мы сможем себе получить какие-то офигенные шмотки, я надеюсь. Может, может еще один мастербол, может еще один паркбол, а если прям вообще повезет, то может даже экспешер. Но я надеялся, тут будет намного больше боссов. О, там деревня. Хотя, не знаю, ну что мы можем тут найти в этой деревне? Ой, ни хрена себе, ребят, смотрите, как там офигенно заспавнилось. Так. Смотри, как тут офигенно заспавнилось. Покет-центр заспавнился практически в деревне. Это чё... Это чё за аномалия? Ребята, что это за аномалия? Пол дома заспавнилось. Зато куча покет-центров и пол дома. Это ненормально, ребята. Это, не знаю, ненормально. Так. Ну, вот это возьмем. И, в принципе, ребята, то, что я и говорил, что в этой серии мы также, может, поищем Sunflower Plains для того, чтобы, ну, хотя бы потом попытаться, что ли, заспавнить Райквазу, хотя бы попытаться. Поэтому, ребята, мы сейчас это поищем. О, Чаризардушка, приветики, приветики. Мы тебя не будем убивать, мы тебя не будем трогать. Гуляй себе, Чаризардушка. Поэтому, ребята, мы хотя бы попробуем найти Sunflower Plains, если не найдем. Оп, это у нас там кто? Риолу. Если хотя бы не найдем, то может найдем каких-то боссов. Будет круто. Риолу, офигеть. Я помню, мы тебя так долго, ну не прям долго-долго искали, но не так быстро, как сейчас. Пролетали мимо, даже на карту не посмотрели. То есть она у нас даже на карте не записана. Пух, ни хрена себе, Риолу. Не она, а он, ну, в принципе. А тут так пролетали, пум, Риолу. Ни хрена себе. Шакал. Ну ладно, ребята, сейчас я уже как-то даже иногда хочу идти в шахту за этими боссами, потому что, ну, мне кажется, любой босс сейчас ценный, потому что плюс к тому мы можем этими вещами и расплачиваться из-за Блисси, и плюс к тому мы можем еще и попытаться хотя бы что-то выбить, да? Шакл, 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 шакл. 90 уровень! Неплохо, ребята, но если ты будешь хилиться, иди ты в жопу. Потому что вы знаете, в предыдущей серии попался нам один такой паскуда. Фу, не хилься. Мы тебя очень просим, да, ребята? Конечно, мы его не очень сильно бьем. Его там, например, не знаю, водой нужно бить или... А может, чатот его заколбасит нормально? Он же воздушный, есть... Да. Ну, не прям так, как я ожидал, но... Даже 34 уровень ему, в принципе, так же сносит, как и... Как и вот этот. Ух ты, ни хрена себе. Как и Глайскор. Но зато ты так круэль, мне кажется. Да, ну вода против него как раз нормальная. Сейчас как раз Тента Круэль его достукает. Да, вещи, конечно, не очень. Но все же. Так, где мы вылезли? Но все же зато. Не, даже уровня нам толком не дало. Но 90 уровень, ну 90 уровень, но. Много он нам опыта не дает. Ну что, ребята, в поисках Sunflower Plains, в поисках боссов, в поисках новых покемонов, в поисках Shiny. Конечно, хотелось бы боссов больше всего, потому что и уровень, и может, если повезет, нужные нам вещи. Но это если, конечно, очень прям повезет. Так, давайте спустимся. Вот эту хрень, вот этот джетпак немного не продумали, только в связи с тем, что нельзя на нем быстро спускаться. А если сделать себе тот джетпак, где быстро спускаешься, то ты можешь, в принципе, так об землю просто разбиться, да и все. Я не знаю, ребята, может мы даже в этой серии кому-то что-то приготовим, там, гамбургер, не гамбургер, а... Как это? Нет, не в этой серии, ребят. Давайте уже в следующей серии приготовим человеку то, что он заказал. Я просто, знаете... О, боссик. А я просто... О, еще один боссик, ни хрена себе. Я просто на вот эти 2-3 серии сделал такой, ну, перерывчик на ресторан. Знаете, почему я сделал вот такой небольшой перерывчик? А затем, чтобы успеть больше всего сделать в самом Пиксельмоне, потому что, да, мы, в принципе, как-то очень даже сосредоточились на вот этом... Да ну нафиг, он опять в земле. Мы как-то очень сосредоточились на в ресторане, на вот этих всех модах, и поэтому мы даже забыли, если честно, о самом Пиксельмоне. Поэтому вот эти несколько серий я так сделал небольшой перекур
связи с рестораном, связи с готовкой, вот это. Но все же, ребят, мне кажется, в следующей серии мы опять продолжим что-то готовить. И, в принципе, как я вас спрашивал в предыдущей серии, на какой серии вы бы хотели, потому что я сам не уверен, когда это будет. А я уже думал, тут шахты не будет, но все же она есть, а Джиодуда нету. Или он тут? Да, он, наверное, тут, мне кажется, будет. Да. То есть я вас спрашивал, на какой серии вы бы хотели, чтобы мы закончили этот сезон. И, в принципе, наверное, многие были за 150-ю, потому что до 200-й, ну... Очень так тянуть тоже, знаете, не очень охота. О, три вещи, нормально. Так, ребят, я не знаю, честно, давайте, может, тут немного потусуемся. А вдруг что-то найдем? Ну, как-то мне вот сюда неохота прыгать, но... Хрен его знает, ребят, я бы туда и шел, и не шел. Если упадем, не очень круто будет. У нас уже факелов не осталось, нужно обратно вот эти факелы пособирать, потому что в шахте нужно практически каждый сантиметр освещать, ни хрена не видно, вы сами, ребята, знаете, видите, в принципе, даже сейчас, то, что толком ни хрен... Ой, нет, 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 не убиваемся. Да, ни хрена, короче, тут нету. Так. Я надеюсь, я найду ту дырку, с которой мы спустились. Вот. Вот сейчас было бы круто, наверное, Sunflower Plains найти, потому что Рекваза как раз спавнится на закате, на рассвете. И на рассвете мы бы попытались ее словить. Хотя бы не словить, а заспавнить. То есть словить это, когда уже она заспавнится. А тут вроде куча пылесосов должна быть, да, ночью? И они только на закате и на рассвете тоже спавнятся. Охрен его знает, ребят. Не знаю. Ну да ладно. Сейчас быстренько еще полетаем, поищем. Опа, да стоять, стоять, только не в земле, я тебя очень прошу. Гастли. Рарбос. Он вроде тоже в земле. Сейчас посмотрим. Наверное, ребята, он в земле будет. Как не хочется в землю рыться за этим Гастли. Ух. Не очень бы хотелось, ну давайте, то есть, сколько мы уже боссов убили в этой серии? Около штук, так 3-4, да, да? Или может даже 5? Ну, не факт, факт, что мы хотя бы их находим, и у нас хотя бы иногда есть шанс, что что-то нормальное дропнется, да? Ну да, в принципе, его тупо бить вот этим, а вот этим нормально. Вот видите, ребят, 4 штучки дропнулись, нормально, нормально. Нет, вот это можно выкинуть нафиг, это можно выкинуть, это можно сюда поскладывать. Те вещи, которые мы будем, которыми мы будем расплачиваться за Блисси, их, в принципе, нужно сразу ставить в рюкзаки. Фух, бам-бам-бам-бам. Ребята, смотрим на карту, вдруг что-то нормальное увидите, потом скажете мне, вот там, Олэдисон, ты что-то пропустил. А может, мы даже потопаем сейчас быстренько. О, точно! Ребята, Суйкун, ребята, давайте все вместе скажем, Суйкун, иди в жопу, давайте скажем, давайте, на раз, два, три, раз, два, три, Суйкун, иди в жопу, больше не спамься, ты нам не нужен, пожалуйста, успокойся, все, хрен настролить, я знаю, ты там приколист большой, но хватит, ты что, издеваешься, я его даже ударить не могу, а, вот, наконец-то, во, нормально. О, две вещи. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Мы в правильном направлении? Да, в правильном направлении летим. Тут, в принципе, смотрите, ребята, тут ночью охренеть сколько покемонов. О, сейчас. Палочек у нас, к сожалению, нету, но потом можно сделать. А плюс к тому, тут много покемонов. И плюс к тому... А хотя я не знаю, я тут, если честно, даже боссов ни разу не видел. Но я надеюсь, что они будут спавниться. О, что-то 40-й уровень. Ни хрена себе, его чуть не перекачал. Так, ну смотрите, ребята, пока мы тусуемся в Дипокеане, то есть у нас всегда есть возможность, ну, что хотя бы кто-нибудь заспавнится, да? И плюс к тому, мы прокачиваем наших покемонов на прям охренеть, как их больших уровней, смотрите, драгонейры тут, драгонайты тут ходят на 50 уровней, в принципе, там много. А, ну, конечно, если ты будешь... Слушай, паскуда. Нет, ты не паскуда, ты, в принципе, будешь... Наверное, нашим следующим капитаном. Глайскор уже скоро уходит в отставку. Иди ты в жопу, хилящийся чукча. Ребята,
Скажите ему что-то, то если я сейчас скажу, во. О, алмазики? А, ну в принципе да. Охренеть, а тут еще и алмазики можно себе фармить в какой-то степени. Ха, ну ладно. Сейчас, ребята, Тентакруэлю один уровень остался, мы его сейчас быстренько докачаем. И мы в этой серии уже двух покемонов докачали. Вообще тут нету эволюции, может где-то есть, но в этом моде, в принципе, сейчас у него нету эволюции. Так. Ну кого мы дальше будем качать? Клефейри нет, потому что Клефейри мы будем делать себе Клафу. Давайте, наверное... а ну сейчас, секундочку, ребята. Ну, знаете что, давайте, в принципе, сейчас Пинеку будем прокачивать. Клефу, в принципе, можно... Ну, Клефейри, мне кажется, можно даже выложить, потому что мы потом же будем ее размножать. Поэтому я, ребята, если честно, даже не знаю. Потом Магби, наверное, мы все-таки будем прокачивать. Да твою мать, вот эти невидимые стены нахрен. Я надеюсь, ребята, вам так более-менее видно, то есть я что мог осветил, факелов больше у нас столько нет, то есть 7 штук осталось, в принципе, мы еще можем вот это осветить. Сейчас, вот так. Тут у нас будет такая фарм-зона, не так, как мы делали, например, с Блисси, да, а вот такая фарм-зона, то есть мы себе построили такую платформу, мы сделали, да, и тут спавнится много таких покемонов, которые сами по себе, можно сказать, появляются, и мы их можем убивать, и, в принципе, даже нормально так опыта получать. Ну что, Пинеко, прокачивайся. Я почему-то в предыдущей серии сказал, что у нас нет вот того покемона, который спавнится в зимнем лесу. Это у нас вот тот Форестрес, или как он там называется, Форестер. Ну, вот он, то есть то его была первая эволюция. Форестрес, вот. Жук. Жук-металл, ни хрена на себе. Фу. Ну да ладно, какой он там уровень? Ща. Так, ну сейчас у меня кончились вот эти атаки. Какой он там уровень? 31. Ну, смотрите, ребят, я не знаю. Мы, конечно, хотя... Нам еще осталось убить 11 Блисси. Плюс к тому, пока ночь, мы качаемся тут. Он уже 33 уровень. Да, да, ребята, мы в этой серии выложим 3 покемонов. Смотрите, у нас в 4 боксе осталось еще 2 покемона. А в этой серии мы выложим 3 покемона. То есть в этой серии мы прокачаем 4-й бокс и начнем качать 5-й бокс. А если брать все в сумме, то в моде около 7 боксов. А если мы прокачали уже 5-й бокс и 4-й бокс, то, в принципе, если мы постараемся, то к 150-й серии даже возможно, что мы закончим этот сезон. Но то, что делать с легендами, я не знаю, ребята. Я не знаю, честно, что нам делать с легендами. Наверное, но следующая легенда у нас будет Мьюту. Мы его сделаем... Да, в принципе, мы уже можем начинать его делать. Что там делать? Алмазики нужны, железо нужно. Золото нужно для того, чтобы блоки себе сделать. Ну и машину сделать. Машина, в принципе, что там... Пойти себе наковырять где-то обсидиан, да и все, готово. Ну, давайте пока что... Ой, они в бою. Пока еще светает. Ага, я думаю, почему я быстро летать не могу. Пока... Так, чтобы скушать. Пока светает, давайте еще один уровень прокачаем вот этому... вот этому нашему новому покемону. Вот это я... Че, издеваешься? Летающие вот эти, смотрите, что это за хрень? Что тут за аномалии вообще творится, ребята? Невидимые стены, летающие покемоны. Я не знаю, еще. О, так мы уже его прокачали, я его чуть не перекачал. Нормально. Фу, ну что, Магби? Как думаете, сможем ли мы прокачать Магби до 40 уровня в этой серии? Учитывая то, что он уже 16 уровень, только что был первым уже 16, и учитывая то, что нам еще, точнее, что мы еще можем убить 11 Блисси. Ну, вероятно, что да, твою мать, вероятно, что да. Давайте его вот сейчас еще прокачаем парочку уровней, вот так, допустим, вот так, и пойдем, да твашу нафиг, и пойдем опять... Проведаем, я не знаю, может Селеби проведаем, и может еще немножечко боссов поищем, потому что, в принципе, боссы нужны, да, вот сейчас именно нужны, потому что у нас есть 2. Вот там босс, но... Он в земле, да, легендарный босс, но он в земле, под водой, это, ребята, сложно будет. Ой.
А хотя, тут может быть Sunflower Plains, если поискать нормально. О, о, смотрите, ребята. А ты у нас есть? Мне кажется, что есть. Есть, да. Опа, Экспешер. Да, может, да, Экспешер. Но... Sunflower Plains, мне кажется, вероятно, что может где-то тут быть. Где-то оно должно быть. Но это, ребята, тоже нужно искать. Долго, мне так кажется, даже. Ну ладно, то есть давайте, в принципе, сейчас к Силаби вернемся. Опа, вот так. И полетим в какую сторону, ребята? Давайте в эту, например. Вот сюда мы полетим. Попробуем найти Sunflower и попробуем еще найти хотя бы, ну, парочку боссов, да, если повезет. Было бы круто. Так, давайте пока мы в полете выкинем вот этот весь хлам, который нам сейчас, в принципе, вообще не нужен. Это. И вроде все. Ху-ху-ху. Опа. Полетели. Боссики, вы нам очень нужны. Падай. Вот так. Смотрите на карту, они как-то даже не респавнятся уже на... О, вот, наконец-то. Попробуем еще хотя бы одного, второго босса найти, если заспавнится, будет круто. А в принципе, биомы нам больше никакие нужны, кроме Sunflower Plains. То есть, Sunflower и все. Нам уже больше ничего не нужно. Deep Океан у нас есть, ESL обеспавится у нас есть, и все. В принципе, больше нам искать нечего. О, босс, те же алтари мы уже давно нашли, уже давно все, всех заспавнили, поэтому... В принципе, ребята, нечего искать даже. Опа. Так, ух, ни хрена себе тут. Магнимайт. Вот ты. Ну что, издеваешься? Вот. Так. Какой ты там уровень, Магби? Ты уже около 30-го, мне кажется. Ну, я не знаю. Две шмоточки. Не скажу, что прям полезные, но зато хотя бы сможем ими заплатить. Заблизь. Нормально, тоже нормально. В принципе, у нас там, ребята, и так столько шмоток, что мы сможем еще заблизь и платить, мне кажется. Хотя, ну смотрите, если мы сможем заблизь и платить... У нас фулл темки, фулл... До конца сезона, мне кажется, даже хватит вот этих всех вещей. Плюс к тому мы еще по пути убиваем боссов, то есть еще больше у нас. Ребята, смотрим на карту. Если увидите Sunflower Plains, а я их не замечу, прям кричите. Я вам оставляю вот тут F3 включенным, чтобы вы видели вот эти координаты. И чтобы даже если я не заметил Sunflower Plains, чтобы вы потом мне сказали, мол, Эдисон, ты был там, ты их пропустил, точнее, ты пропустил вот этот биом, ты не заметил, поэтому вот тебе координаты, вернись туда. А, потому что я как-то за этим не всегда успеваю следить, я слежу, куда я лечу, но вдруг тоже может быть, ребята, что я как-то случайно не увижу, да? Ну, хрен его знает, ребята, опа. Опа, а кто тут может заспавниться? Тут вообще большой биом вот этого. А Селеби, ну... Мне кажется, даже если Селеби заспавнится, то чат напишет. Хрен его знает. Да, мне кажется, так и должно быть, по сути. Фу, ладно. Мы полетали, мы поискали, но, как я вижу, хрен мы что-то найдем в этой серии, толково то, что нам нужно. Зато мы прокачаем четвертый бокс, что, в принципе, тоже немаловажно. И начнем уже, ребята, прокачивать пятый бокс. А вот тут у нас уже не отображается, какой биом на такой высоте. Ну, все же, ребята, давайте сюда тпхнемся и, наверное, будем еще возвращаться домой. Мы поискали боссиков. Сколько у нас уже карты открыты? Хрена себе мы тут мотаем туда-сюда, летаем. Нормально. Я не знаю, как выпрашивать Селеби, чтобы Селеби пришла. Мне кажется, опа. Когда захочет, тогда и придет, но когда это будет, неизвестно. Твою мать, Диглит. Не мог кто-то другой заспавниться там, не Диглит, а кто-то на поверхности. Было бы круче. И не нужно бы было за тобой копаться. Ух ты. Да, хрень, я тебя копнул. Где-то вот тут. Ну, террор-босс, но... Как по опыту, с диглитов никогда толково ничего не падает. Может там молот упадет или там орк упадет. Все же за Блисси мы можем расплатиться, но хотелось бы что-то получше, да? Вот, например, да твою мать, дай мне вылезти. Вот он.
Ну да, в принципе, Диглет, даже не Дактрио, Диглет синенький. И толком с него ничего не выпадет. А прикиньте, еще пам, хренакается там мастербол, спортбол, ну, три вещи. Опа, Магби эволюционирует, замечательно. А мы, наверное, ребята, даже 4 покемона в этой... Хотя... мы, наверное, даже Клефейри выложим, ребята. Точнее, не выложим, а отложим. О! А давайте в следующей серии мы начнем разводить покемонов. Давайте. А кого бы? Я просто думаю, наверное, Мачлокса и Эликида. Ну и Клефу. Но для Клефы нужно Диту, ребята. То есть у Клефы только один... У Клефейри только один пол женский. То есть... А Солдрок у нас... Да. То есть... Мужика Клефейри не бывает, только женщина. А те покемоны, которые однополые, их можно разводить только этот покемон с Дитто, потому что Дитто это такое существо нахрен, которое, в принципе, по сути может превращаться в что угодно, копировать атаки других покемонов, да, поэтому, в принципе, даже логично, да, то, что с Дитто. Но... Дитто, по сути, нам нужен, и, ребята, не говорите то, что Дитто... Не спавнится, то можно получить только через машину спаривания, не спаривания, а через клон машину. То есть, если у тебя не получится Мьюту, получится Диту, и только вот так ты можешь получить Диту. Ребята, не так, потому что на серверах, даже у тех, на тех же серверах у меня, на одном сервере отключен... О, видите? Даже, ребята, не придется вам ничего объяснять, потому что вот, видите, Диту есть. Я хотел вам уже там лекции загонять, мол, вы не правы, слушайте сюда, слушайте, как это должно быть, но даже не пришлось, потому что, видите, ребята, Диту есть. А то, в принципе, ну, есть люди, я много видел людей, которые там утверждают, мол, Диту не спавнится, Диту получается только через машину вот эту, Мьюту, если у тебя не получается Мьюту, то получится Диту. Но нет, ребята, видите, Диту спавнится. Поэтому мы уже сейчас... Твою мать, да дай мне нахрен тебя словить, Диту. Я понимаю, ты паскуда, но... Ребят, этот арбук меня так бесит. Смотрите на его... На соленую жопу нафиг. Никак не успокоится. Таскбол, левелбол, паркбол, квикбол. Все, что мы тебе можем предложить, это только левелбол. 87 уровень против 30-го. И квикбол, который, по сути, тоже классный, но... Вы видите, ребята, что... Что это тоже такая паскуда, это Диту. Но тебя, Диту, я отпускать не хочу, честно. Ты нам нужен. И очень. Если мы сейчас ловим Диту, то в следующей серии мы уже можем разводить даже... От! А давайте первым покемоном, которым мы будем разводить, это у нас будет Клефейри. И мы получим... Твою мать. Сейчас, ребята, дайте я запинаю этого мудака, потому что он меня уже бесит. Охренеть, крутится, вертится нахрен вокруг. У нас не успокоится. Ребята, вы помните, когда мы себе сделали 3 стака болов? То есть квикболы, даскболы, дайвболы мы себе сделали, левелболы мы себе сделали. И когда мы это сделали? Где-то полсезона назад. Ну как, не полсезона, но в принципе очень давно. И это хватает у нас еще до сих пор, ребята. Это в принципе нормально, если честно. Я боюсь его... Ладно, того, кого нужно убить, ты паскуда не убиваешь, ты бьешь по 0 урона. А того покемона, которого бы нужно так хренакнуть, чтобы у него осталось там чуть жизни и чтобы мы смогли его словить. Нет, зараза, ты нахрен бьешь, ваншотишь даже одним ударом и убиваешь. Логика нахрен. И я бы еще удивился, если бы он перекачался. Было бы вообще охрененно, если бы Четот еще и перекачался до этого Диту 30 уровня. Твою мать. Но, как видите, ребят, сейчас на зло Диту не будет спавниться, но хотя бы я вам доказал, что Диту... В общем... Ой, твою... Еще и босса пропустили. Что хотя бы у Диту вообще есть спавн. То есть вы видели, что... Так, это у нас там кто? Булдор Шани. Просто так, ребята, вспоминаю, у нас вроде есть... Мы прокачивали Шайни Роженроллу. А хрен его знает, честно. Ну ладно, ребята, то есть...
Диту не получилось ловить, сколько мы на него потратили болов. Мало того, что эта хрень не ловится, так мы на него потратили еще около 5, 6, 7, даже больше болов. И хрен он что-то словился. Ага, еще и ты... Охренеть, ребята, они просто троллят нас. Этот сезон нахрен, прям куча троллей в этом сезоне. Суйкун, и Райкоу. Опа, у нас выбор. Сайтер, Шайни, ни хрена себе. Где он? Этот? Да. Охренеть. То есть у нас может быть Сайзор Шайни. Нормально. Еще бы Балдор бы был, но... Че бы Диту, если бы мы словили вот сейчас ночью. Но вроде у него ночью нету спавна. Ну хрен его знает. Так, еще один босс. Найнтейлз, нормально. А кого мы прокачиваем? Мы Магмара прокачиваем. Ребята, серия уже затянулась, если честно, вот с этими поисками Дита. Наверное, давайте в следующей серии мы уже Диту прокачаем. Ну, не прокачаем, а словим, потому что сами видите, что в этой серии у нас не получилось его не словить, а не то, что прокачать даже. Ты издеваешься, да ударь ты уже нафиг. Поэтому, ребята, наверное, в следующей серии мы попытаемся его опять словить, найти хотя бы. И если мы это сделаем, то мы уже начнем разводить покемонов, а первым у нас, наверное, будет покемоном это... Не убивай нас, пожалуйста. Это у нас будет... Как его там? Клефери, да? И в следующей серии... Хотя нет, почему в следующей? Раз я уже пообещал, давайте уже в этой серии. Так, где у нас дом, в какой стороне? Ага. Вот туда, да? Ну, Гитто не заспавился, но попытаемся словить в следующей серии, ребята. Опа. Да твою мать, ну ты уже заколебал пропускать боссов. О, так. Маркров, рар босс, нормально. Но, то есть, есть такие еще покемоны, да, паскуды, которые вообще не хочется, не хотят соловить ни в каком случае. То есть, будут выпендриваться, но никак не словятся. Так, ты где? Вижу. Не убивай нас, пожалуйста. Ух, почти. Ну, не почти, а даже умер. Магмар, мы на тебя рассчитываем. Рассчитываем. Ребят, я, наверное, прямо сейчас тут закончу в бою с этим покемоном, потому что это будет долго. И мне кажется, что мы сейчас перекачаем кого-то. Сейчас Клефери получит ваншот. Как я сказал. Еще мы перекачаем Тентак... Твою мать. Ладно, ребята, к следующей серии я прокачаю Тентакула. Не хочу я... Точнее, мы опять его перекачали нахрен. Но все же мы и так сможем сейчас закончить четвертый бокс. И в следующей серии я сразу выложу Тентакула. Уже прокачанного, потому что я не хочу его опять прокачивать, как видите, с этой хренью. В принципе, у покемонов можно выключать опыт, но, ребят, это такая... О, ну, Блисси мы должны убить. Это, ну, долго, то есть, включать, выключать опыт. Я никогда не знаю, когда мне нужно включить, когда переключить, когда опять включить. То есть, как выключать опыт, мне показали, что, как бы, мол, вот тут, на эту букву нажимаешь. Да, я согласен, то есть, если бы мы сейчас выключили опыт вот этим 40-м уровнем, который уже прокачан, мы бы их не перекачали. Но в этом-то когда-то и смысл, то, что мы перекачиваем, нужно докачивать. Ну, в следующей серии, ребята, я уже докачаю этого Тента. Разор Клав. Лучше бы вы нам шапку на Кинга дали, было бы намного лучше. Так, ну, вот. Ну что, ребята, 10 Блисси осталось в этой серии, 10 Блисси в следующей серии, 20 Блисси. Мы и Магмара перекачали. Охренеть, так ты был 36-м уровнем, уже 41-й. Ладно, ребята, в следующей серии мы прокачаем и Тентакруэля, я его уже докачаю, и Магмара, и выложим еще двух покемонов. Но сейчас мы выкладываем вот этих двух, у нас и так уже будет готовый вот этот бокс. Смотрите, кто у нас идет. Вот ты, и вот ты, и все. Четвертый бокс уже полностью готов. Нам больше уже даже сюда не нужно возвращаться. Давайте переверим. Первый бокс. Прокачанный. Хотя давайте это все сделаем в следующей серии. Давайте просто посмотрим, кто у нас в пятом боксе идет следующий. Солурок, Крайогонал, Суроку, Дин уровень, в принципе. Дрифлун, Пиджей Шайни, Капуста, Нидоран Мейл, нормально. Вот Гасли у нас в этом боксе. Шайни Гриммер, Дратини, Ченси.
Нормально, ребята. Ну что, давайте уже на этом заканчивать, ребята. Всем за просмотр. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться, оставить комментарий и также поставить лайк. Я буду рад, очень, очень рад, если вы вот это сделаете. Также не забываем, что следующая серия выходит, когда вот это набирает 500 лайков. На этом, ребята, еще раз скажу, мы заканчиваем. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.